Вкусное и полезное блюдо. Можно подать самостоятельно или в качестве гарнира к рыбным или мясным горячим блюдам. Если у вас готовый мангал, то приготовить стручковую фасоль на гриле не составит никакого труда. Минимум усилий и простой, быстрый, а самое главное, полезный гарнир готов. Если любите овощи, в сезон шашлыков непременно попробуйте. Фасоль стручковая, 400 грамм, чеснок, 2-3 зубчиков. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Лимонный сок, по вкусу. Цедра лимонная, по вкусу. Растительное масло, по вкусу. Количество порций, 4. Подготовьте все ингредиенты. Столовую учковую фасоль смешайте с пропущенным через пресс чесноком, маслом, солью по вкусу и молотым перцем. Отрежьте большой кусок фольги и сверните пополам. В центр выложите фасоль, заверните фольгу мешком. Положите пакет с фасолью на решетку гриля и готовьте до желаемой степени готовности. Я готовлю около 6-7 минут до хрустящей мягкого состояния. Переложите готовую фасоль на тарелку, сбрызните ее соком лимона и посыпьте лимонной цедрой. Подавать можно сразу же, но как по мне, так такая фасоль вкуснее, даже если настоится. Приятного аппетита!